sorry. Всем снова привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка, и это новенький видосик для вас, ребят. Как всегда, распространяю хэштег «Донать подписчику», и у нас вышел новый, необычный, легендарный и ангельский, самое главное, ангельский джекпот. Сейчас мы посмотрим на аккаунте, который примерно так же, как у вас, что и как с него выбивается и так далее. Самое главное, что я, опять же, в Инстаграме проводил у себя, опять же, раздачу такую. Вот, собственно, вот так вот это было. И тут такое вот так вот, просто вот так вот. Всем доброе утро, друзья, или доброй ночи. Ну, время сейчас 6 утра. Что происходит? В игре вышло новое событие с штанами, точнее, не штанами, с ангельскими костюмами. Вот, хочу кого-нибудь взять себе на ролик, но для этого вам нужно что сделать? Во-первых, не просите у меня прокачку, сразу минус, сразу уходит этот чел. Давай, до свидания, пока. Вот, нужно отметить меня в историях и написать, что я несу, рассказать крутую историю из Free Fire, с которой вы столкнулись. Плюс также рассказать, как вы познакомились с моим каналом, и не забыть показать свой профиль. Брать буду только тех, кто вообще не донатил, чтоб вообще не было доната. То есть, если я увижу хотя бы один пропуск, то до свидания, ребят. Вот, и еще самое главное, что левел ваш должен быть от 50 уровня. Давайте. Я уже час смотрю истории, и у всех есть либо пропуск, либо еще что-то, хотя я попросил без пропуска, и 50 какой-то там уровень. Че за бред, ребят, зачем так делаете? Делайте истории нормальные, а есть челики, которые типа, чтобы дать прокачку. Ну типа, лол, чувак. Ты совсем, у тебя все плохо, что ли, или что? А, ребят, ну, собственно, набор уже закрыт, но я вас хочу обрадовать. Смотрите, что Гарена прислала. Оп-оп, это до 14, до 19, до 21, до 23, до 25. Это все промокод, даже есть байксы на аэробой. Ребят, как мне их разыграть? Ну и в общем, и я на самом деле долго выбирал, где-то час, потому что ребята зачем-то скидывали вообще какую-то абсолютную фигню. Ребят, не надо так делать. Но и выиграл вот этот чувак. Привет, Жабка, меня зовут Айдар, и я буду из Казахстана. Я играю во Free Fire где-то 4 месяца, и когда я играл во Free Fire, мне друг посоветовал твой канал, чтобы я посмотрел все твои ролики. И когда я смотрел все твои ролики, я увидел, что ты делаешь прокачку аккаунтов. И мне очень захотелось попасть в эту прокачку. И у меня на аккаунте не было доната. И где-то 4 месяца назад мой друг задонатил мне 100 алмазов. Я за 100 алмазов выбил АК «Ледяной дракон». И больше ничего не донатил. И я бы хотел бы попасть в твою прокачку. Но знаю, что не повезет. Да, вот этот вот чувак выиграл. И что у нас происходит? Смотрите, вот заходим на аккаунт. Собственно, на аккаунте пустенько. Вот пустенько. И играет он, задротит так плотненько. Поэтому мы что делаем? Так, вот так вот берем, смотрите. Кодик вводим. Вот код вводим. А прежде чем я ввожу код, вы ставите лайки и подписывайтесь на канал. Я думаю, это будет офигенно. Я думаю, что это будет классно. 4000 алмазиков я ему задонатил. Просто так на халяву. Давайте еще пропуск прокачки выкупим. А я не знаю, у меня, по-моему, денежек нету на пропуск прокачки. Давайте проверю ради интереса. Да, платеж отклонен. Ну, сори, парень. Значит, без 800 алмазов ты останешься. Хотя мы тут вообще-то за другим. И вот он, ангельский джекпот, ребят, ангельский. На самом деле это необычная тема, это как на сайте, знаете, бывает. Что у нас тут есть? У нас есть мужской набор и женский набор. Плюс еще можем стеночку забрать на халяву и всякие лутбоксы. Ну, неплохо. Первая попытка бесплатная. Бесплатная попытка от Гарены? Ну это, ребят, заслуживает лайк. И что мне выпадает? Да ладно!
с бесплатной попытки выпадает жетон. Чтобы вы понимали, нам нужно 5 жетонов, чтобы забрать максимальный вот этот вот ангельский набор. Чё? Ладно, давайте 5 попыток тратим. Что будет? Да ладно, еще один! 79 алмазов за... Что? Так, окей, еще. Стенка? Стенка за 79 алмазов! Да ладно! Ема! Ребят, ну это топовый легендарный джекпот. Быстро, быстро завозим, завозим лайки, все скидываем этот видос. Блин, да это офигенно. Мы помимо того, что выбиваем еще вещи, посмотрите, мы все вещи выбиваем. Офигеть. Окей, еще крутим. Еще одна. Да ладно. Вы посмотрите, нам падают эти жетоны, нам падает вверх, вниз, там все такое. Не, ну это балдеж. Еще будет? Еще крутим. То есть мы потратили пока что даже меньше 500 алмазов, и мы отбиваем эти алмазы 100%. Еще один. То есть мы за 79 алмазов получаем штаны, лутбокс, всякую фигню и еще ноты эти. Не, ну это балдеж, это балдеж. Так, забираю женский набор. Первый набор мы забрали. О, окей. Так, ну вот так вот он выглядит. Это женский набор. Ну, в принципе, нет, прикольно, но... Не знаю, могли получше сделать. Могли бы татухи сделать прикольные ей. Ну, мне так кажется. Давайте сразу откроем ее. Так, я знаю, что надо сделать. Ребят, ну это балдеж. Я не знаю, как вам, но это реально балдежно. Балдежненько. Да, это реально балдежненько. Смотрите, как офигенно выглядит. О, да, просто, не, это офигенно. Это офигенно выглядит. Ема, я бы за такую катал бы. Кто бы за такую катал бы? Я просто, у меня нет слов. Ладно, погнали дальше. Джекпот. Так, у нас есть 27. Так, что тут у нас есть? Давайте вот это отправим, вот это на склад отправим, вот это. Вот это и вот это. A few moments later. Ладно, давайте крутанем еще. То есть мы потратили, вот сейчас мы 500 алмазов потратили. 500 алмазов за все? Ребят, 500 алмазов стоил весь этот легендарный джекпот. О, да. У него нету перса. У него нету персонажа. То есть это слово совсем нету персонажа. Угу. Тогда мы идем выбивать персонажа. Я думаю, это заслуживает лайки. Это прям заслуживает лайки. Можем попытаться выбить Кроноса. Давайте так, мы крутанем один раз. Если ему выбиться Кронос, то это будет офигенно. Если не выбьется. Если не выбьется. Пипец, ему персов нападало. Ладно, окей, ему не выбился Кронос, поэтому мы идем персонажа. Сами покупаем. Покупаем. Все, Камиля. Камиль мой любимый перс, если что. Отлично. Не знаю, как вам, но мне нравится. Мои глаза! Ребят, у нас осталось 2600 алмазов. Я думаю, заслуживает опять же лайка за то, что мы 500 алмазов на легендарный джекпот. Джекпот топовый, 100% нужно забирать. Давайте-ка мы еще покрутим. Поменяем ему первым делом никнейм. Так. Так, фанат. Фанат. Фух, фан, жабка. Все, поменял никнейм. 2600 алмазов у него осталось. Давайте потратим купоны. Инкубатор можем, кстати, забрать галактический там. Можем же забрать. Хотя зачем он ему нужен, это говно. Это только мужской костюм. Хотя нет, ладно, не будем. Оружейный. Так, кстати, вот эти крутануть. Раз. Ну, что-нибудь выпадет? Понял? Ничего не понял, но понял. Тут что-нибудь выпадет? Конечно же, нет. Ну, это понятное дело, что тут ничего не выпадает. Купон. И мы можем забрать... А что тут забрать, на самом деле? Ну, ладно, давайте купим вот эту вот мишку. И все, в принципе. Давайте покрутим пару раз. Посмотрим, сможем ли выбить. Если сможем, будет вообще офигенно. Но, мне кажется, не сможем. И 99, давайте вот. Все, это последний вариант. Ну, тоже понятно. Ничего удивительного.
Два лутбокса. Открываем. Давай. Хоп. Понял. Хоп. Понял. Хоп. Понял. Тут тоже, в принципе. Неплохо. Неплохо. Вообще неплохо. Плюс еще юмпик выбили ему. Отлично вообще. Не, ну реально по кайфу. Покупаем. Ямаут будет вообще доволен. Первый пропуск, как я и сказал, ребят. Ну вот это, вот так и нужно, ребят. Вот так и нужно относиться к своим подписчикам. Ну, ребят, я обязан. Я просто обязан это прокрутить. Давай. Ну останови. Да. Еще Мегалодон ему забрали. Ну вот это вот все. Ну, ребят, ну это вообще лайки максимальные. Просто должны быть. Это вот просто должны быть максимальные лайки. Хорошо, осталось 1700 алмазов. Я даже не знаю, на что их можно потратить. Давайте крутанем. Блин, а я даже не знаю, что можно крутануть. Можем круто... О, да, кстати. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Давайте попытаемся выбить ему по 90, что ли. A few moments later. Походу, не в этот раз, ребят. Да ладно, да ладно! О, да! Ребят, еще и навсегда М79. Просто вообще... Ну, ребят, заслуженно. Заслуженно должны бы завести лайки. Оп, оп, оп. Откроем. 5, 6, 7, там 10. О, отлично. 185, сколько еще нужно? 200. Скидочка есть? Нет. 150. Откроем еще. 7, 4. Да просто вообще офигеть. И попробуем ему качнуть мегалодон. И второй уровень. Улучшаем. Раз. До следующего уровня. 5 штучек. Блин, я бы... Вот, давайте чуть-чуть я ему еще... А, я не могу задонить, понятно. Хотел ему задонить еще чуть-чуть, но... Видимо, не в этот раз. Ребят, вот, собственно, все, что я хотел вам показать. Ангельский джекпот – это офигенная тема. Плюс еще порадовал подписчика всякими ништяками на его аккаунт. Ребят, я надеюсь, это заслуживает лайка. И я надеюсь, что вы за это мне поставите краткий тот самый лайкос. И подпишитесь на мой канал. На самом деле, был я, Жабка. Стараюсь для вас выпускать по 2 видео в день. Не забывайте подписываться на мои остальные соцсети. В Инстаграме проходят розыгрыши. В ТикТоке много всего. А тем более, у меня 2 ТикТока, если кто не знал. Поэтому смотрите меня везде. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока, ребят.